Нет, американцы, отсюда пристегнулись аж вот сюда. А как же я? На меня начихать. Я, собственно, могу оттуда взять, но мне это не надо. Я же не такая базиха, труслиха. Итак, какие-то рейсы были отложены сегодня за плохую погоду. Слава богу, мой не отложен. Я через полтора часа я вылетаю. Поехали. До свидания, Остин. До свидания, Техас. Вещи, которые я с собой взяла. Практически ничего. Все свое ношу с собой. Аэропорт вот прямо сейчас будет за поворотом. Я специально сняла гостиницу прямо возле аэропорта. Хочу домой. Опаньки. Вот он аэропорт. Вот он уже впереди здания. Небо такое хмурое. Но мне как всегда. Мы не ищем простых путей, легких путей. Нам надо с торнадо, с дождем, с задержкой рейса, с поломанными машинами. Так классно. Что за Колизей? Это Хилтон. Это отель Хилтон. Стоят самолетики. Ждут меня мои самолетики. Рейсе, если честно, даже забыл. Парковки строятся новые. У меня Фронтир. А там не хочу. Летели? Пошли. Небо какое чернючее! Ай-яй-яй! Вот надо же, ураган движется на нас. Ну, вот там, где я, там ураган и там торнадо. Это нормально вообще? А мне, собственно, сдавать ничего не надо. У меня гейт номер 3 в Орландо. Сейчас будет вылетать на 10.59. Вот он. А у меня будет departure. Пока моего не видно. Меня вообще не туда высадили. Мне надо ехать на South Terminal. А Фронтир вообще отсюда не вылетает, с этого терминала. Он сказал, дяденька, мне на этом South Terminal. South Terminal, где он? Южный терминал. Сесть на какой-то на шаттл. Вот он, South Terminal, шаттл стоп. Вот он. Мне еще промокнуть не хватало. И потом мокро ехать в самолете. Лететь. Спросил меня этот водитель шаттла моего. Я ему сказала, что мне нужен Фронтир. Он меня привез вообще не туда. Ну ладно, сейчас я под крышу встану, буду с девочкой ждать. Ух, я говорю, а можно туда пешком? Она говорит, нет, это вообще надо проехать на автобусе. Вот так вот. Несется, судя по этому, он не наш. Дянька отдыхает. Только шаттлов и ни одного моего. Давайте, я уже начинаю нервничать. О, наверное, мой. Out of service. Нет, он не работает. Он сошел с пути. А вот там все. Мне еще осталось только на самолет опоздать, и будет совсем супер. Ай-яй-яй-яй-яй. Терминал. Ура! А куда ж ты поехал, А мы стояли под крышей. Чего ты туда поехал? Инки. Это для багажа. Короче, поехали. Холодно, однако. Я еще чуть-чуть подмокла под этими капельками маленькими. И поехали. А то же опоздание. Еще 8 минут. Мы уже стоим больше, чем 8 минут. Ну, сейчас только 11.06, 12.12 у меня вылет. Багаж давать не надо. Так что я надеюсь, что все будет нормально. Давай же, поехали. Это за кем это так приехали? Austin Fire Rescue. No, I mean ступенечки так сами раз, машинку заходим.
Что там случилось у нас, ребята? Машины, прекратите вот это ездить. Еще одна подошла. Вау, не пугайте меня. Давайте все будет хорошо. Ну вот и никто никуда не торопится. Никакой паники, слава богу. Нам еще не хватало террористических атак. Шучу. Шучу. Поехали уже, поехали. 15 минут отсюда ехать до терминала. Елки-палки. Да, фильмать бы это, как девочка. О, wonderful. Wonderful, plenty of time. Девчонки тоже едут на Орландо, тоже нас поехали. Где-то в 12:30 мы будем, наверное, на этом, на нашем терминале. Там 40-45 минут останется достаточно. Он говорит, терминал очень... Оп, терминал, говорит, очень маленький, и мы там быстренько все пробежим. Еще тут дядька меня высадил, я не знаю, который из гостиницы. Я же ему сказала. Значит, так надо было. Совсем другую сторону. Туда, к моей гостинице. Нифига себе. И вот мне когда билет дали, тут никакого терминала даже не написано. Терминал прочерк. Напоминает мне старый Симферопольский аэропорт. Такое же было, что-то страшненькое. Короче, разочарован. Столица Техаса и вот такой вот терминал. Захолустный какой-то. Пошел дождь такой хороший. Мне добежать бы. Да елки-палки. Ну все, я уже сейчас буду под зонтиком. Внутри все выглядит очень даже прилично. Очень приличненько. Сейчас мне сейчас не до телефонов. Гейт номер 3. Я прошла этот контроль. Тут и кафешки есть, и кофе можно попить, и залы ожидания. Гейт номер 3. Да. Водички здесь стоят. Посадки в аэропорту. Подключилась к интернету. И так удивительно, люди не проходят через эту колбасу, а вот нас ведут пешком туда почему-то. Странное дело. Что за аэропорт? Ну и погодка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что вот там все тоже завешено от дождя. Ну, небо черное. Пошли. Странный, конечно, этот. Вот этой колбасы обычно этот белый рукав, когда мы выходим напрямую из аэропорта, садимся в самолет, не попадая на воздух открытый. Странно. Вот такое действительно как будто. Что там у нас? Я, как всегда, на крыле сижу. Главное, что возле окошка. Make sure your small electronic devices are held or secured in a pocket, seat pocket, or carry-on for takeoff. Planes automatically open. And slide to each exit door opens. Please take a moment, look around, find your nearest exits, keeping in mind they actually could be on the right. Grass and paper sticks is not allowed on the aircraft. This does include all three of our lavatories. Federal law prohibits tampering with, disabling, destroying, or seeking to modify a lavatory smoke detector. Thank you for your attention. Please sit back, relax, enjoy your 2-hour flight time to Orlando, where it is sunny and dry, or at least it was when we left a while ago. And once again, please make sure all of your handheld electronic devices are in airplane mode or powered down at this time. Thank you. Alaska, не видно. All the way forward.
Серега, ну что, поехали? Давай. Поехали. Можно разворачиваемся на взлет. Полетели. Полетели. Полетели, полетели, полетели. Ух, ух, ух. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Лет через 50 наши дети и внуки будут смеяться, как мы летали на таких самолетах. Илон Маск сделает абсолютно безопасными полеты. Губоньки поднялись. Ух! В животе защекотало. Ух! Ух! Класс! До свидания, Техас! Поля, поля и поля. Строительство, вот уже разработаны земли, вложены коммуникации. Все, поднимаемся, поднимаемся в кисель молочный. Ну вот и все, полетели. Сказали пристегнуться, сейчас будет турбуленция. Турбулентности не было. Солнце светит, а под нами вон какая пена бегает. А водичку все-таки нам дадут какую-то попить. Стюардесса. Итак, мы летим над Мексиканским заливом. Солнце светит, точек нет, погодка шикарная. Как красиво. Так, моя дома. Боже, ощущение, что 100 лет не было дома. Боже, какое счастье. Все покрыто озерами. Кругом вода. Это моя любимая Флорида. Самолет нагинается в ней.
Так вот, сейчас мы развернемся. Откуда это слово ко мне пришло у Баньки? Чую я его? Не знаю. С детства что-то. Двигаемся. Мы прибыли в Орландо.
Молодец. Молодец, умничка. Ура! Мы дома, дома, дома. Ух! Мы дома, дома, дома. Фух, как хорошо. Welcome to Orlando. Все, выходим. А вот тут такие колбаски. А там у нас колбасок не было в том аэропорту. Странно. Ждут посадку, а нас высадили. Сейчас быстро-быстро проверить санитарное состояние туалета. Туалеты, скорее. Кофе шоп. С той, с другой стороны. Здесь забито много. Пойдем дальше. Тут еще 100 туалетов по пути будет. Ой, как хорошо. Я думаю. Чет-блю. Вот опять туалет, а это вот мамочки кормящие. Она туда заходит и кормит грудью. Там у нее свет, салфеточки, все. Виды, Starbucks, все. А нам туда. Тут люди уже, которые прошли, прочеканы, и они уже отсюда вылетают. Все. А нам прямо. И тут тоже можно пообедать. И там, в той зоне, и в этой зоне. Сейчас мы сядем на поезд. Или в эти вагончики. И ту-ту на Воркуту. The doors are now closing. Лондон мэр, наш мэр приветствует нас. Вот это его голос. Ой, как здорово! Боже, такого счастья не испытала уже лет 20. Вот возвращаться домой. Какое счастье, господи, вот это да! Нет, я так же радовалась, когда я приезжала домой из Ялты. Когда я сюда, в Орландо, из Ялты приезжала. Боже, у меня столько радости было. Я всегда, когда возвращаюсь домой, у меня какая-то радость сумасшедшая просто. Я говорю, такое твердое ощущение, что я вообще не была здесь, ну, просто десятилетия. Все, мы теперь в другом терминале. Сейчас за мной зайдет Данючек. Watch your step. Ландочка любименькая. Ground transportation. Ground transportation имеется в виду, что там вас встретят и такси, и автобусы. Ну, короче говоря, куда добираться. И вот наш любимый аэропорт. С какой стороны вышла? Нет, отель не здесь. Так, а куда? Backline. Потому что там меня будет ждать Даня. У меня нет времени пойти и показать весь наш красивый аэропорт. Но я вам много раз показывала, поэтому уже ладно, не буду я. Kennedy Space Center, тут и Disney, тут и все. Хорошо, мы с Данечком мы с Данечечком потеряемся. Самый красивый аэропорт в мире – это Орландо. Для меня, во всяком случае. У меня багажа нет, поэтому мне клеймить нечего. Я сразу выхожу на улицу, и вот тут за мной Данечек приедет.